конечно, я хотел попасть в ворота, забить и помочь еще большей команде, чтобы добиться успеха положительного. Только ворота я видел. Я не хочу сейчас довольствоваться, хочу дальше продолжать. Как сказал главный тренер, что я просто подытожил командные действия, и это командный успех, так что двигаемся дальше, забываем предыдущие успехи и двигаемся вперед. У нас в команде каждый пытается доказать, что он лучше на поле, поэтому через игры и через тренировки надо доказывать в любом случае свою состоятельность. Мы отталкиваемся только от своей игры и готовимся от своей игры. То есть, несмотря на то, что мы разбираем соперника, все равно в приоритете это наша игра, чтобы мы качественно сыграли. Всегда очень серьезно подходим к любому сопернику, поэтому надеюсь, что в субботу все получится, и мы добьемся положительного результата.